вами Максим Камеленчук, автор проекта «Риэлтор на миллион». Рассказ о Барселоне и парке Гуэль был бы неполным, если бы я не рассказал о ошибке известного архитектора Гауди. Дело в том, что первоначально он создавал этот парк для проживания. Но оказалось, что люди не готовы платить за удаленность от центра города. Строители, риэлторы очень часто также допускают ошибку. Они исходят из того, что больше нравится им. Они считают, что если человек сказал о том, что он готов жить за городом, то он готов и за это платить. Создавая какой-либо продукт, который привлекает клиентов, какой-то магнит, будь то электронная книга, курс или ну, все что угодно, что позволит оставить у вас контакты клиента, вы таким способом можете очень хорошо протестировать. Что интересует клиента, за что, что их волнует, что они скачивают. И получая обратную связь, вы очень быстро поймете, за что готовы платить клиенты. Не совершайте ошибок, которые совершал Гауди. Тестируйте свои продукты, тестируйте свои предложения. Ведь на большой базе намного проще протестировать то или иное предложение, на что люди будут откликаться. В самое ближайшее время стартует очередной поток тренинга «Удвоение прибыли агентства недвижимости». Как раз на этом тренинге вопросу сбора клиентской базы, вопросу проработки клиентской базы мы будем уделять очень большое внимание. С вами был Максим Амеленчук. Переходите по ссылке, которая указана на видео, узнайте подробности тренинга. До встречи!